Всі ми різні. В кожного є своя власна думка і уявлення про навколишній світ. Недарма існує всім нам відоме поняття «скільки людей, стільки думок». Але є і те, що всіх нас об'єднує. Місто нашої долі, нашої слави, нашої сили. Рідне місто. В ефірі тележурнал «Ми – миколаївці». Велосипед навчив Ернеста Хемінгуея подорожувати. Подарував Ленсу Армстронгу відчуття щастя та відкрив всепрощення для Аль Пачино. Наша сьогоднішня розповідь про людину, яка не лише присвятила власне життя велосипеду, а й розбудувала його в Миколаєві. Жодні Олімпійські ігри за всю історію незалежності України не відбулися без участі спортсменів, вихованців цього видатного тренера. Герой випуску «Ми миколаївці» – заслужений тренер України з велеспорту Євген Штермер. Євген Штермер не уявляє свого життя без велоспорту, без своїх вихованців та без улюбленої роботи. Все життя тренер присвятив розбудові велоспорту в Миколаєві та в Україні. Його вихованці неодноразово ставали чемпіонами та призерами міжнародних та всеукраїнських змагань. На Олімпійських іграх 1996 року в Атланті в складі збірної України із 6 велогонщиків 4 були миколаївці – підопічні Євгена Штермера – Олексій Наказний, Олег Панков, Михайло Халілов та Андрій Чміль. Відтоді жодні Олімпійські ігри не відбулися без участі спортсменів, яких готував цей видатний тренер. Уже в 2000 году это было в Сеуле. У нас тогда очень сложная ситуация была в стране, и у нас отбор был вообще от Николая Соловича 4 человека только на Олимпиаде. В том числе у нас спортсменка Валя Карпенко ехала. В 2004 году в Греции, в Афинах, у нас опять 4 спортсмена наших было. Это Карпенко, Чужинова, Кривцов и Поспеев. Это участники Олимпийских. В 2008 в Китае у нас было 2, Ревко и Стяжкин. В 2012 в Лондоне у нас был Ревко и Бочкарева. В 2016 в Рио-де-Жанейро у нас был 1 Ревко. Наразі Євген Штермер тренує спортсменів вже 45 років. Розбудова велоспорту в Миколаєві – це цілком його заслуга, хоча сам він з Херсону. Я почав займатися велоспортом десь з 56-57 року. Я 43-го года рождения, получается, где-то 13-14 лет. Жил я тогда в Херсоне, и в Херсоне начинал. А в 86-м году поступил в Николаевский педагогический институт, факультет воспитания. Закончил его в 70-м году, был направлен в интернат Жатневого района. Воскресенск такой есть, поселенный пункт. Там полгода поработал, там целые проблемы были. Ну, короче, мне директор говорит, это самое, нам вы малюваты умеете? Я говорю, не умею. А граете на гармошке? Не играю. А что же умеете? Я могу читать уроки по физкультуре и спорту. Так что мы сошлись с характером, и пришлось мне, он мне отдал открепление. Сійди, куди хочеш. Директор школи вищої спортивної майстерності Віктор Димов товаришує з Євгеном Штермером вже понад 30 років. Сразу бросилось в глаза його високий професіоналізм і фанатичність. Ми коли прийшли к нему в гості на велобазу, он мне как начал показывать эти велосипеды, камеры, спицы, вот это все, начал водить по всему. Настолько захватывающе он рассказывал, что было видно, что насколько он любит свой вид спорта. Віктор Димов розповідає, що в колеги іншим тренерам можна повчитися самовідданості своїй роботі, а також людській щирості та відкритості. Каждый раз в нем открываешь что-то новое, вот узнаешь о нем, вот необычный человек, необычный, скажем. Таких сейчас в Украине, в велоспорте, это, ну, можно сказать, образец. Образец, и сейчас, на данный момент, то, как он переживает за свой вид, как он за него бьется, дерется. Ну, у человека 9 членов сборной команды Украины. У одного, понимаете? Он тащит все отделение на нем. И он говорит... Не будет меня, не будет велоспорта. Он всегда открытый человек. Он никогда не... У него нет тайн. Спрашивают, как? Я все время ему говорю, Венерович, перед вами надо просто сейчас снять шапку и поклониться за то, что вы делаете в велоспорте. Потому что, глядя
Условия для тренировок ужасные. Почему? Потому что дорог нет, автомобилей стало гораздо за эти годы больше. Вихованці Євгена Штермера – постійні учасники міжнародних та всеукраїнських змагань. А минулого року миколаївські велосипедисти встановили рекорд України. Ми у нас чемпіонка Європи нагірної, це в трекі. У нас чемпіонка Європи Величка Валери. У нас серебряний призер чемпіонату Європи 2015 року з Морка Мерлін. У нас перші європейські ігри були в тому році в Баку. У нас второе место занял Грівко Андрій. Юрій Агарков – майстер спорту України міжнародного класу. Член збірної України з велоспорту. Дворазовий рекордсмен України з велоспорту. Вже 3 роки спортсмен тренується під керівництвом Євгена Штермера. Він завжди требовательний, дуже требовательний відноситься, навіть на тренуванні, коли є такі тренуванні, як прикидка називається, перед соревнованнями дивиться, який состав повести більш сильний. Він навіть на тренуванні може, це прикидка, може наругати спортсмена, що треба стремитися. Це і тренер, якщо тренер буде лояльно, м'яко відноситися, куди стремитися. Я не хочу сказати, що я строю, я за свою життя нікого не очистив, нікого не вигнав. Просто спортсмени поднимаются функционально, и если команда растет, и ты не тянешь за этого, ты сам, получается, ты уже никуда не выезжаешь, ты не попадаешь в команду. Вот у нас вчера было отборочное соревнование. Мы провели на своем заводе через этот вот котлованчик, 10 километров туда, 10 назад, и отобрали команду. Первые 6 едут в соревнования, остальные сидят дома. Если ты один раз пропустил соревнование, второй раз, то ты уже хочешь, не хочешь, ты будешь... Выкинутые с этих, это самое. Ну, есть люди там переболели, есть какие-то снисходительные. На думку Євгена Штермера, тренер завжди повинен знаходити спільну мову із спортсменами та не бути байдужим до своїх вихованців. Он всегда интересуется, всегда спрашивает, где ты приболел, что, как, там в больницу туда, все, если там какие-то проблемы там с коленом, там, у каждого свое. Всегда к этому контролируют, спрашивают. Потому что воспитанник можно, сейчас он где-то не скажет, либо проедет больной, завтра заболеет на месяц, а деньги-то вложены. Это ж все, и тренеру хочется результат от спортсмена, да и самому спортсмену, считаю, результат нужен. Мы все время на современных позициях, в объемах тренеров, в тактике ведения тренировочного процесса. Можно спокойненько взять любого спортсмена, и через месяц это будет больной человек, понимаете? Я не могу там сильно хвастаться, но за 45 лет у меня нет ни одного спортсмена, который пожаловался, что я ему угробил здоровье. А оно видно, если человек бросил спорт, и его поперло так, что он уже за 100 килограмм повесил, это уже сердце накрылось, понимаете? У меня таких людей нет, и слава Богу, это я считаю своим успехом. А то, что в свое время у меня спортсмены были и уходили от меня, им не нравилось моим... Вот, и там где-то и добивались какие-то, то есть не то, что там у меня 100% попадание. Были ошибки какие-то, но в основном, я вот любого спортсмена посмотрел на него и говорю, все, ты до свидания, сегодня тренировки нет. Это красные глаза, это температура, это пульс неправильный. Я знаю любой пульс у всех своих спортсменов. Вот у меня где-то 30 человек, и я его другу посмотрел на него, говорю, какой у тебя утром пульс? Такой-то, я говорю, иди отсюда. Вот и все. Потому что сегодня самое главное – не перетренировать. Понимаешь? Чтобы человек не… А не дотренировался – это ничего страшного. За словами Євгена Штермера, особливого секрету успіху в нього немає. Головне – це працьовитість та любов до своєї роботи. У нього в сутках не 24 часа, а більше. І він всі їх посвящає роботі. Я от приїжджаю в 8 утра. Еду, начинаю на водной станции, слышу гул какой-то, уже станки на улице, уже дети крутят в 8 утра, и он уже с ними. У него нет утра, у него нет вечера. Вечером приезжаю в 9 вечера на базу, они в зале тренируются, понимаете, Евгений Львович. У нас 365 дней в году, и нужно микроцикл у нас, это 6 дней. 6 дней тренировок, 1 день отдыха. Вот это и дает, что я каждый день на тренировке, а в день, когда мне надо отдохнуть, у меня по работе я иду в понедельник, это у меня свободный день, я тренировки не провожу, понимаете, вот, и у меня оргработа. И получается, что я все время это сам. У нас нет Нового года,
наоборот, 31 декабря – это тренировка серьезная, объемная, 1 мая тоже, 9 мая, 23 февраля, 8 марта, все. Тогда, потому что ну, они должны уметь ответить на вопрос, зачем оно им нужно. Если спортсмен может ответить, когда ему тяжело, когда дождь, снег, холод, мороз, понимаете, один останавливается, я говорю, что ты стал? Я замерз. Я говорю, ну, вон 50 человек поехало, они еще не замерзли? А ты замерз? Ну, ты все. Ну, такие, что замерзают, они для большого спорта не нужны. На своєму прикладі Євген Штермер привчає спортсменів не лінуватися, а наполегливо та самовіддано працювати для досягнення своєї мети. В спорті ну, тут лотерії нету. Ви мені звіните, от ми в воскресенье проїхали 170 кілометрів. При такому вітрі, як зараз погода. Середня скорость на 37,5. Вони два дні від цієї тренування відходили. Вчора у нас опять 140 кілометрів із двома отрезками індивідуальними в такій же вітерці. То есть это тяжелый труд, который должен как-то считаться и как-то все-таки общественностью ну, отмечаться. На питання, за що він любить спорт, Євген Штермер відповідає, не вагаючись. В жизни не так много всего справедливого и честного. Понимаете? А в спорте, вот действительно, вот если ты приехал первый, пересек линию, уже никто тебе не скажет, что ты был второй. Понимаете? То есть справедливость, честность в спорте еще существует. Іменно серед спортсменів. Євген Штермер – це приклад успішної, відданої своїй справі людини. Саме завдяки роботі таких тренерів проукраїнських спортсменів знають в світі. Завдяки таким людям молоді є з кого брати приклад та до чого прагнути. Наш земляк, миколаївець Євген Штермер, без перебільшення – легенда велоспорту України. Я починав, взагалі, я кончив машиностроєвний технікум Херсонський, 4 роки працював на заводі в Херсоні, завод Петровский комбайновый завод. Вот. Ну, не я приходил на работу и смотрел, когда же это будет обед. Потом приходил обед, я смотрю, когда же уже будет гудок, чтобы уйти. То есть мне не лежала душа. А сейчас я прихожу, вот 7 часов, 7:30 я уже на работе. И я не понимаю, смотрю, уже рабочий день закончился. Все уже уходят, а мне еще куча дел. Вот и все. Как это называется, не знаю. Любовь это к работе или та профессия, которую я нашел. Но я не жалею, что я всю жизнь уделил. В моем возрасте уже все люди на пенсии, а я еще, у меня куча дел, куча работы. И все от меня зависимы, и я от них всех зависим. Вот и все. Часом ми скаржимося, який суворий тренер не дає нам ні хвилинки спокою, але коли приходить успіх, приймаємо його строгості як належе. А якщо тренер не тільки знає свою справу, а й людина душевно хороша, то й самому хочеться поставити світовий рекорд. Нехай так і буде, адже ми – миколаївці.